Зачем рожала тогда, если прокормить не можешь? Я жрать хочу! Алло, прием, меня слышно? Ты что орешь-то, как бешеная? Знаешь, Оленька, как обидно, а? Всю жизнь на тебя положила, а? Кормила, поила. А ты что творишь? Бабушка, да что ты с ней возишься, а? Быстро в комнату, неделю жрать не будешь, поняла меня? Лучше в детдоме жить, чем с вами. Иди давай. Господи, да за что мне такая семья-то? Я бы его... Чем задумалась? Надеюсь, над своим поведением? Ага, над поведением! Все, отстань! Жень, ты понимаешь, что ее место в детском доме? Жизнь ее ничему не учит. Бабушка, ну ты тоже пойми, у нее мать на зоне чилит, ей тоже тяжко. Вот пускай она со своей матерью там и будет. Да ничего, придет время, куда она денется? Ее место вместе со своей мамашей на зоне. Все, короче, диалог закончен.